Здравствуйте, это канал Максимадзе и Hello Neighbor 2. Продолжаем играть. Короче говоря, мне дали подсказочек. Немного. Какой. И слава богу, не было никаких спойлеров по сюжету, что там будет. Так, давайте закроем эти двери. Короче говоря, мне сказали, что в эти... Я примерно так и догадывался. Сюда надо макеты домов поставить. И, возможно, вот этот сейф откроется тогда. И что они находятся как раз-таки в той комнате где-то. Это... Я уже закрывал. Ну уж теперь-то лопату эту можно взять. Только... А почему она в инвентаре не появилась? Странно. Ну, эта дверь заперта. Вот это будет... Будет... Ой, блин, напугало. А где музыка-то? Почему музычки-то не было? Напугало как раз-таки из-за того, что не было музычки. Я думал, он за мной не гонится. Но, блин, ну как я должен их достать? Он уйти куда-то должен отсюда тогда. Может, стекло какое-нибудь разбить? А, тут же разбивать можно только те стекла, которые... Которые можно разбить. Но только в этой комнате, по-моему, ходит. Там постоит, потом опять сядет в кресло. И как выманить его, я не знаю, из той комнаты. Я уже понял, где находятся эти макеты домов. Он все время то в кресло, то туда идет. Какой здесь неудобный инвентарь, ну. Сваливаем скорее. Да, в отличие от первого соседа, на улицу он не выбегает. На улицу враги не выбегают. Так, поставили один домик. Теперь нам надо. И вот реально, почему музыки сейчас-то не было? И сейчас он опять пойдет туда, налево, да? Или не налево, посмотрим куда. Ой. Да, на звуки дверей он вообще внимания, походу, не обращает. И в это окошко он тоже внимания не обращает. Ну-ка, я думаю, вот что надо сделать. Я вижу там доску. Давайте попробуем туда пробраться и открыть эту доску. Когда он сядет в кресло в свое. Так, я второй макет вижу. Можем через окно на него смотреть. Через окно он что-то не похоже. О, еще на... Блин, он по осколкам слышит. Плохо, это плохо. Блин, как я должен достать? О, он пошел куда-то в другое место. Ну-ка, давайте через те двери пойдем. О, он ушел вообще. Давайте вышибем. И второй домик, короче, мы добыли. Надо его поставить. И поставить так, чтобы нас не заметили. И последний домик. Нам надо найти еще. Да, вот реально, почему они на улицу-то не выходят?
А, он закрыл дверь за собой, что ли? А музыка... Может, музыка в настройках как-то отключилась? Нет. Ну, давайте на всякий случай на 1% ее больше сделаем. Подтвердить, да. Может, аккуратненько пройдем, чтобы Блин, осколки все равно задеваются. Надо понять, где находится тот красный домик. Последний. Ой, бежим. Мне кажется, в других комнатах он где-то лежит. Ну, сосед нам не дает тут посмотреть. Там же еще была просто дверь, надо туда заглянуть. Вот так. Вот жалко, двигаться нельзя тут. Вот пусть он уйдет сначала, а потом будем смотреть этот коридор. Закрыто. Так, автомобиль. Открывание дверей О, это что такое? А, это... Ой, а без этого двери не открылась бы, что ли? Так, ну мы открыли двери, что нам это дает? Что-то это нам дает, но, во всяком случае, может быть, пока нам сюда рано. Про машину, во всяком случае, мне ничего пока не говорили. Ладно, оставим ее открытой, вернемся попозже. Может быть, нам туда надо будет потом. Явно не просто так эта ручка здесь. Интересная какая-то там комната, надо будет глянуть. Шестеренок тут не хватает. Шестеренки надо будет эти искать. Закрыто. Ой, бежим. Что-то я не могу найти последний домик. Где он? Одна при выходе в правую дверь, другая в... Две остальные в комнате с камином. Я уже 15 минут пытаюсь найти последний домик. Но это точно обрежу. Я не знаю, где последний домик. Так, будем... Ладно, будем по подсказке смотреть. Одна из них прям при входе в правую дверь. Капец. Да, каким надо быть лохом, а? Чтобы это не найти. Я думал, это просто декорация, которая нам говорит о том, что это откроет... Это типа сейф, который открывается этими домиками. А я ищу, ищу, нигде нету, ё-моё. Ребята, извините. Нет, я это точно обрежу. Эти скучные кадры, где я пытался этот дом найти. Нет, это не та дверь. Может, это? И не это. Какая вот... От какой двери ключа, не помню. Но явно не от этой. Выйдем на улицу. А, может от той, которая права там. Она же была закрыта тоже на замок. Смотрим, 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 смотрим. Где вход-то тут вообще? О, фиговое начало получилось. То, господи, какой этот музей-то огромный. Вот от этой двери, наверное, этот ключ. Точно. Так. Лампа тут нету лампы. Ножницы, ножницы, ножницы. Похоже, надо вторую лампу поставить.
прекрасно. Какой-то ворон тот самый. Но не похож на того самого ворона, что на картине. Ворон на картине не похож на того самого ворона, который мы видели много раз. А, вот это я уже понял, от какой двери ключ. А на что он закрыт? Как открыть эту фигню? Так туда мы точно не попадем. Ладно, я понял, от чего этот ключ. Его надо сунуть в ту дверь, на которой замок тот. О, это же... Фотография соседа и его семьи из первой части еще. Help, ну, help me, типа. Это его воспоминания все еще те, но они немного не такие. И опять я проснулся. Так, мониторы показывают дом охотника. Копов нет. В этот раз копов нет. Кстати, я узнал, что этот квадрокоптер, оказывается, может летать. Это не просто камера, которая в воздухе висит. Им можно управлять. И давайте его испытаем. Нет, мы сначала к дому охотника пойдем. Также мне также подсказали, что там надо будет делать. Там надо какие-то головы активировать. Несколько штук. Рога какие-то оленей найти. Буковки на холодильнике какие-то найти. И собрать кусочки карты, из которой получишь какой-то там пароль. Так, вот. Теперь это место открыто. Давайте запустим квадрокоптер и изучим эту территорию. Блин, вот какой же я лох, а? Вот как я третий домик так не смог найти? Я думал, что тот домик, что на сейфе, это реально декорация какая-то. Ибо я просто думал, что ну неужели бы он бы тут лежал? Все-таки они как бы должны... Вот как управляется им. Shift и Ctrl — это опускаться или подниматься, в остальном... CR. Не рэк, а цер, блин. Мы можем летать. Интересно, насколько тут есть ограничения на полет вообще? Так, давайте искать чего. Давайте смотреть, есть ли тут чего полезное. Ну, краски, не знаю. Вот это, кстати, на букву похоже. Мне говорили, какие-то буквы там на холодильник искать. Лопата, возможно, для чего-то нужна. Ну, нам по-любому, я думаю, на крышу как-то нужно будет залезть. Жалко, нас квадрокоптер не поднимет туда. Это еще что такое? Что это за хрень? Какая-то хваталка. Но она не так... Но она стреляет не туда, где курсор-то. Ой, это я вышел. Не, ну она не хватает никаких... А она предмета не хватает, похоже. Ну, с другой стороны, и правильно. Если бы она хватала предмета, это слишком легко было бы тогда. Дом охотника выглядит очень круто. Вот реально, дом охотника действительно прям... Такой подветшалый чуть-чуть. Деревенский. Но при этом довольно-таки огромный. О, интересный домик. Теплицы какие-то есть. О, вот интересно, а мы давайте самого охотника мы сможем встретить? Как он отреагирует на это дело? Он сломает камеру или убежит, или вообще никак не среагирует? Он походу в доме. Но в дом мы не залетим, это точно. А если в дверь стрельнуть? Нифига.
Нафига? Зачем вот эта штука? Я что-то не могу понять. А пусть там летает. Ломик. Наверняка пригодится. Какие-то буквы. Так, ну одну букву я, похоже, нашел. Ой! Эта дверь точно его привлечет внимание. Побежали отсюда. Угу, вот эту карту нам надо найти. Тут ноль. Похоже, у нас засек. Так, а вот сюда рога, наверное, надо. Те, которые сказали рога. Смотрим. Эти нельзя оторвать. Нет, они, видимо, ой, нужны для чего-то. Ну залезай, залезай, там по-любому что-то есть, мне кажется. О, вот эти головы надо что ли активировать. Не знаю, для никто не сказал, для чего их надо активировать, но тем не менее давайте это сделаем. А, пусть уходит. Господи, какой он сутулый, ё-моё. Гораздо более сутулый, чем я. Зеленые лампочки. Я не знаю, что это вообще значит. Но да тем не менее. А, ой. Похоже, он был другом соседа. Судя по фотографии. Ну вот, только вот мне вот чего непонятно. Почему мы идем в этот дом охотника? Нам об этом только говорят камеры наблюдения в доме. А так, почему мы-то сюда должны идти? Ну, это как-то странно. Сюжет мне не до конца понятен. О-о-о, блин. С большой высоты сдохнуть, оказывается, можно. Ну, как сдохнуть? О, это открывается? Да, заходим сюда, там какой-то сундучок. А вот ключ от него не знаю, где найти. А, это снимается штука. Куда-то ее надо приклеить. О, еще одна голова. Так, давайте изучим. Ой! Господи ты боже мой. Давайте зайдем с другого выхода. Там, где нет колокольчика. На двери. А, вот буквы для холодильника. Надо, наверное, собрать все буквы. И тогда откроется что-то. Сам холодильник, наверное. Ой, бежим. Давайте еще поизучаем подвал. Ну как подвал? Не совсем уж и подвал. Ножницы. Куда рычаг этот, я не понимаю. Пока что не понимаю. Да! Опять то же самое. А тут у нас что? А, это подвал. Еще одна голова. Там кусок карты внутри, но я не знаю, как открыть микроволновку. Так, рычаг у нас исчез. Я видел кусок карты, но я не знаю, как открывать.
или чё? Так, ну эта штука не для... ничего нам, походу, не делает. Понятия не имею, что надо делать, серьезно. Хоть сейчас что-то до меня реально не допирает. Куда-то рычаг надо совать. Где-то куски карты искать. Да он издевается надо мной. Что ли, я не понимаю. Да эта серия долгая, похоже, будет. Я не понимаю, что надо делать. Так, давайте еще раз рычаг заберем. Да. Да вылезай, блин, дебил. Я так и думал, что он тут сейчас будет. Да блин. А, кстати, я же хотел на крышу залезть. Подождите. И у меня же получилось даже вроде бы почти. Да, залезай. На эту коробку по-любому можно залезть. Как же без этого, да? Еще залезай. Во, на крышу нам надо. Нам надо на крышу. Там по-любому что-то полезное. Ой, тихо-тихо, не падай. Так, а дальше куда? Дальше куда лезть? Тут где-то. Я не понимаю, куда надо. Да, лезть, я что-то не понимаю вообще. А, тогда направо, может быть, нам как-то тут надо протиснуться. А мы тут-то не пролезем. И тут, похоже, мы тут соскользнем. Или, а, нет, не соскользнем. Только мы тут не залезем никак. Как на крышу-то забраться? Пекарня из дома соседа было намного проще. Все, вот здесь что-то я уже не понимаю. Тут все загорожено. Как туда попасть-то? Наверное, какой-то проход снизу должен открываться. В потолке. Может быть, даже тут где-то видно его. Я прохода никакого я тут не вижу. А я отсюда не смогу туда запрыгнуть. Ну-ка. Я, похоже, ну, судя, скорее всего, так оно не рассчитано. Скорее всего, не смогу. О, смогу, смогу! И еще раз давай залезай. Я не уверен, что так рассчитывала игра. Но, тем не менее, мы добыли... Это, похоже, первая буква. И лопата. Лопата для чего, я пока не знаю. Где-то тут, наверное, земля, которую надо вскопать. Давайте попробуем поискать таковую. Есть ли тут земля, которую надо копать? Это не земля, это камни. О, вот это, точно. О, сейф. О, исчезла лопата. Ну, зашибись. Так, вот этот пароль нам надо разгадать, узнать. Давайте-ка по-быстренькому поставим эту букву сначала. Так, поставил. Куда надо рычаг ставить, я не знаю. Ломик еще один тут лежит.
Где-то надо на рога найти. О, подождите. Хотя, мне кажется, это просто вход в подвал. Или просто на этаж ниже, не знаю. Да, это просто вход на кухню. Ничего полезного тут нет. О, подождите. А за этой картиной... Нет, нет, картина не открывается. Да, долгая серия, похоже, это будет. Вот это мне... Вот это я реально не знаю, как проходить. Хорошо, что мне хоть какие-то подсказки дали. Да... Не помню, не знаю, что будет, если охотник попадет по нам. Но я, но явно ничего хорошего. А что голова-то выключилась? Он отключает их, что ли? Это плохо, плохо, плохо. Да... Ну вот сейчас самое время застревать еще. Так, капец. Где-то тут была голова еще одна. И эта голова тоже потухла. Что-то я про голову рыбы еще слышал. Говорили мне что-то про голову рыбы. Нужна ли нам... А чё она отключилась-то опять? Или подождите. Не я отключил. Тут что-то чертеж какой-то есть. И указатель наводился сюда, кажется. Или на ножницы наводился. Возможно, нам это не надо. Я знаю, что кусок карты был в микроволновке, но эта микроволновка не открывается. Может быть, головы ее открывают все? Да ё-моё! Она по-любому отключилась, еще одна голова. Судя по всему, надо несколько голов этих включить. И тогда микроволновка откроется. Возможно, это так. О, подождите. Вот для чего рычаг-то нужен. Кусок карты один мы нашли. Так, поднимаемся туда срочно. Там что-то должно быть. О, рога. Их можно взять? Или... Нет, это, похоже, не те рога. О, еще одна буква. Так, ладно, что-то начинаем мы понимать помаленьку. Так, ну тут ничего, походу, нечего брать. Ну-ка. Да прыгни туда. Ох, не получилось. Нет! Ой, он мне... Ну, все эти предметы сейчас пропадут. Это плохо, плохо, плохо. Долгая серия будет. Но я постараюсь попробовать пройти. В всяком случае, я знаю, где нам что еще искать. Капец. Дом из-за того, что небольшой, ему очень легко нас найти. Да как он меня находит так быстро?
не застревай, блин. Да, томительный и долгий выпуск получается. Да господи, но он куда-нибудь уйдет в другое место или нет? Надо его в подвал заманить как-то. Да блин! Не, головы, мне кажется, для микроволновки нужны. Других вариантов я не наблюдаю. Но они закрываются потом. Через какое-то время. О, еще буква. Только он нам не даст ее взять, конечно же. Ой. Как пробраться туда, скажите мне. Так, голова включена там. Да ёп. Как же он меня заколебал уже, а? А куда кусок карты делся, который тут лежал? А, он у нас в инвентаре остался. Ну-ка, давай залезай туда. Не, мы должны туда залезть. Туда. Тут туда ведет паркурчик этот. Да блин, ну что ж такое? Ну почему ты не допрыгиваешь? Туда по-любому можно допрыгнуть. Я знаю, это догадываюсь. Еще раз. Да блин. Что, ну держаться что ли не может? Еще голова. А, так вот, как мы должны были попасть на крышу, ё-моё. А, блин. А почему я застрял-то, блин? Если он закроет ту голову, до которой мне пришлось прыгать долго, это будет жопа полная. Деактивирует, точнее, голову эту назад. Но... Где еще голова? В подвале, что ли? Последняя голова где? Я был в подвале сейчас или нет? По-моему, я не был в подвале. Давайте смотреть. И как можно скорее, пока... Да, деактивирована здесь голова тоже. Не, микроволновка все еще закрыта. Ох, да блин. Опять он деактивировал эту голову. Ну, капец, я так долго буду головы эти открывать. Зашибись. Я застрял в текстурах опять. Да, игре нужны обновления, это точно, это я уже вижу. То как я должен все головы активировать, если он их закрывает?
Смотрим подвал. О, что-то свякнуло. Все, наконец-то. Я разгадал. Я угадал. Это от микроволновки, действительно. Штуки. Ну, это так, эти кусочки по-любому сюда куда-то ставятся. Так, еще. Еще кусок сюда. Теперь надо рога найти. И ключ. Ключ от сундука, от того. Где эти ключи от сундука? Где этот ключ от сундука? Я понятия не имею. Может быть, на поясе охотника где-то лежит. Надо посмотреть на него поближе. Давайте на охотника поближе посмотрим. Может, у него на поясе ключ висит. Я нигде ключа не могу найти. Просто нигде не вижу ключа. Может, во рту какого-нибудь медведя. О, у него что-то... Он что-то на пояс себе положил. Может, он ключ сюда как раз положил. Не, надо к спине, надо к спине к нему подойти. Мне кажется, у него реально ключ на поясе лежит. Если логически думать. Куда бы такие жильцы клали бы ключ? Конечно же, себе в карман. Да, ну блин, он просыпается очень быстро. Надо, наверное, ползком прокрасываться. Краса. Да, не понимаю, куда пропала анимация. Не, подождите, я не вижу никакого. Никакого ключа у него на поясе. Да. А если он попадет по мне? Да ничего не произошло. От того, что он попадет по мне. Так, подождите, давайте-ка. Вот что, давайте буквы доищем. Я помню, где две буквы последние. Так, одна из них, к сожалению, там. Одна. Я. И еще одна здесь. Так. Шел ты нафиг, ё-моё. Задолбал. Задолбал. Просто задолбал. 44 минуты уже. Ну, у вас будет немного меньше. Потому что я вырежу момент, где я искал ключ. Ой, не ключ, а этот домик последний. Так, и где-то тут был еще один. А еще одна буква. А вот рога оленей. Почему эти не подбираются рога? А вот еще одна буква. Возможно, там лежат эти самые рога. А может и нет. Ну-ка. Вставляем. Так. О, рога! Не застревай, блин! Второй этаж, скорее. Там, по-моему, были эти самые рога. Что они нам открывают? Пока что я не в курсе. О, вот что открывают. Еще один кусок от карты. Нам еще два кусочка не хватает. Я предлагаю... О, подождите, я, кажется... Начинаю догадываться, что это за пароль. Вот видите, вот эти точечки разноцветные, они как на сейфе. Надо фиолетовый 0, один белый, красный 4. Блин, а я забыть же могу. Давайте по-быстренькому эти хотя бы введем пока. Так, один это белый, 4 красный. А вот фиолетовый я забыл какой. Блин. Или нулевой белый. Я что-то... У меня память не очень хорошая. Когда до таких вещей дело доходит.
По-моему, белое это 0. Вот красное правильно стоит. Так, давайте вернемся на второй этаж и дальше смотреть, как чего нам там не хватает. По-моему, там, блин. А, 0. Ой, а куда кусок? А куда этот кусок пропал? Ну мы четверку-то поставили. А он обратно туда положил ее, что ли? Зачем? Она же уже вставлена. Насчет двух кусков нам не хватает. Где их раздобыть, я не в курсе. Пока что. А в теплицах ничего нет случайно? Ну нет, они закрыты все. Так, вернемся. Так, 0 это фиолетовое, 1 это белое. Так, предлагаю... Блин, я уже заколебался, если честно. Давайте вот, давайте оставшиеся цифры сами попробуем угадать. Я уже заколебался. Давайте шестерку попробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, ноль. Нет, это не шестерка. Давайте семерку попробуем. Короче, ребята, глянул я на YouTube, не смог правильного кода подобрать. Разглянул на YouTube и пароль, короче, тут под, там подсмотрел. Вот он. Все, добыли мы этот ключик и все. Да, извините, что таким немного нечестным способом прошел, но потому что, ну, я уже задолбался, ну, сколько можно уже. И реально, почему шестерка-то, и вот интересно, там же четверка, там же, по-моему, четверка была написана, разве нет? Ой, а чё лагать-то так стало? От интернета, что ли? Да, блин, дайте-ка я второй этаж еще раз посмотрю. Ключ это от комнаты в музее какой-то, это по-любому. Так, опять кусок этот пропал. Как-то странно. 4 написано красное. А оказалось, что это шестерка. Как так-то? Я что-то ничего не понимаю. А, мы сразу тут оказались. Ладно, короче, все. Извиняюсь за такое немного нечестное прохождение, но я реально задолбался. Я подсмотрел пароль на ютубе. Я реально уже задолбался это проходить. Уже почти час на этот выпуск идет. Если... Напишите, пожалуйста, в комментах, где лежал этот... Где лежал ключ и где там еще последние два куска карты находятся. Возможно, возможно, я потом как-нибудь еще раз буду перепроходить игру, но там будет уже все по-честному. На сегодня все, с вами был Пистос, меня эпичный видос, подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.